облак. Мечта выбирает таких. Ты здесь, не косяк. Ты в ответе за каждый мир. Нашего города. Сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом мы будем говорить с вами о проблеме, которая касается каждого. Вспоминать события, которые унесли жизни сотен людей. Человек счастлив, когда у него над головой мирное небо, когда вокруг царит добро, понимание, помощь, когда он не только берет, но и отдает. К сожалению, так бывает не всегда. Что такое 3 сентября? Светлая память жертвам теракта при показе мюзикла «Норд-Ост». Помним погибших в результате подрыва террористками-смертницами двух российских пассажирских самолетов авиакомпании «Волга-Авиэкспресс» и «Сибирь». Мы навсегда сохраним память о детях и взрослых, погибших при захвате школы в Беслане. Всегда в нашей памяти жертвы массовых убийств в Керченском политехническом колледже, гимназии 175 в городе Казань и Пермском государственном национальном исследовательском университете. А также тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебных террористов. Объявляется минута молчания.